У террористов, которые совершили атаки на Париж и Брюссель, была база в Афинах. Это подтверждают документы бельгийского суда, который рассматривает дело террористической ячейки Вервье. В руках правоохранительных органов оказались данные сим-карт террористов и адреса явочных квартир. По этим адресам прошли обыски. На жестких дисках компьютеров найдены инструкции для изготовления бомб, а также детальный план атаки в аэропорту Завентем. Эксперты говорят, что террористы использовали Грецию как перевалочный пункт на пути из Сирии в Бельгию и обратно. Их следы обнаружены не только в Афинах, но и в Салониках и Триколи. 13 ноября 2015 года три группы боевиков совершили серию терактов в Париже и пригороде Сен-Дени. Жертвами атак стали 130 человек, более 350 тогда пострадали. В марте этого года два взрыва еще прогремели в аэропорту Брюсселя. В результате погибли 14 человек и около 100 были ранены.